как ты мог себе это позволить? Я ехал, ехал, ехал. Чувак, ты никуда ехал. Нет, сюда ты зашел. Вот сюда приехал и здесь запухаю. Да? My dear comrade, let's drink for this. Drink it. Ох, и все, грузники, не портите, говно. Как правильно пить Flying Hirsch? На только что отшейпленной доске, с острым кантом, надо взять Jägermeister, который был охлажден на улице в Альпах, в Тироле. То же самое с Red Bull. Естественно. Разлить все по стаканчикам. Обязательно под йодль. Не забыть после этого доску протереть, чтобы хорошо скользило. Либо оставить этот божественный парафин от Jägermeister и Red Bull. Внимание, все трюки выполнены профессиональными каскадерами. Да, не повторяйте это дома. Не в Тироле. Без снега, без борда, либо без Jägermeister. Либо не в Тироле. Либо под него. Вот, после этого все катальщики. Представляем вот. Да. И понеслась. Закатадзе. Ну что же. Yeah.